Всем привет! Начинаем вторую лекцию. В первой лекции мы познакомились с базовыми элементами, из которых строится любая цифровая схема. Их еще называют элементами малой степени интеграции. Попробовали создать на их основе небольшую комбинационную схему и рассмотрели принцип работы карт-карно, при помощи которых сминимизировали нашу схему. В этой лекции мы подробнее рассмотрим карты Карно на примере синтеза элементов средней степени интеграции и попутно рассмотрим работу самих элементов средней степени интеграции. Проделаем несколько упражнений для более прочного усвоения методики синтеза комбинационных схем. Итак, все элементы средней степени интеграции состоят из элементов малой степени интеграции. Это вот из элементов «и» или «не». Существуют также элементы высокой степени интеграции. К ним относятся процессоры и различные контроллеры. Но нас сейчас интересуют элементы средней степени интеграции. Значит, первым таким устройством мы рассмотрим мультиплексор. Мультиплексор изображается на схемах вот следующим образом. Вход x0, x1 и вход a. И у него есть выход y. Вот, значит, логика работы мультиплексора следующая. Если мы на вход A, мы можем подать 0 или 1. Вход A называют еще адресным входом. А x0, x1 информационным. Вот, так вот, если мы на вход A подаем 0, то мультиплексор вход x0 соединяет как бы соединяет с выходом y. Если мы подаем на вход A единицу, то мультиплексор как бы соединяет вход x1 с выходом y. То есть, если мы подаем на вход A на адресный вход 0 и на вход x0 будем подавать 0, то мультиплексор на выходе выставит тоже 0. Если единицу, то тоже выставит единицу. Вне зависимости, что на входе x1. Если мы на адресный вход подаем единицу, то мультиплексор на выходе y копирует то, что на входе x1, вне зависимости от того, что у него на входе x0. Попробуем синтезировать схему мультиплексора. Начнем с составления таблицы истинности. Итак, значит, входы a, x0, x1 и выход y. Перебираем все возможные комбинации. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Вот. Так, где-то забился. Где-то сбился. 0, 0, 0, 0, 1. А, 0, 1, 1. Вот. Заполняем столбец y, то есть выход. Вот если мы на вход мультиплексора подаем, на адресный вход мультиплексора подаем 0, то y копирует состояние с x0, вне зависимости, что на x1. То есть вот здесь вот 0, 0, а здесь вот они же единицы. Вот при ноле он копирует y, мультиплексор копирует на вход y, то, что у него на входе x0. То есть 0, 0, 1, 1. Если мы подаем на адресный вход единицу, то он копирует то, что у него на входе x1. То есть 0, 1, 0, 1. Вот. Это таблица истинности работы мультиплексора. Теперь выискиваем строчки, в которых на выходе стоит единица. То есть первая — это вот эта строчка. И выписываем входы a, x0, x1. Там, где входы принимают состояние 0, проставляем инверсии. То есть над a и над x1. Следующая строчка у нас вот эта. a, x0, x1. Здесь у нас только вход a нулевой, поэтому над ним проставляем инверсию. Следующая строчка вот эта. А, x0, x1. Здесь у нас x0 с инверсией. И
И здесь xa, x0, а, x0, x1. Здесь у нас нет нулей, поэтому инверсии нет. Итак, вот, собственно, формула мультиплексора. А, не а, x0, не x1. Или не а, x0, x1. Или а, не x0, x1. Или а, x0, x1. Помним то, что вот здесь вот стоит операция конъюнкции. То есть операция и. А это операция или. Вот, можно уже построить схему. Имеем мы 1, 2, 3, 4. 4 элемента или. Каждый на 3 входа. 4 элемента и. Каждый на 3 входа. И один элемент или на 4 входа. Это у нас будет Y. Так, а на вход у нас подается A, X0, X1. Итак, значит, A, X0, X1. A, X0, X1. A и X1 с инверсиями. С инверсиями. Дальше. A, X0, x1. Здесь только а с инверсией. Далее а x0 x1. Здесь у нас только x0 с инверсией. То есть вот здесь вот инверсия. И просто а без всяких инверсий x0 x1. Вот. Это схема работы мультиплексора. Ее можно сминимизировать. То есть создать такую же схему, которая будет работать точно так же, но с меньшим количеством элементов. Попробуем это сделать. Составляем карту Карно. Карта Карно — это та же самая таблица истинности, только в двухмерном виде. И, то есть рисуется она как-то вот так. Предположим, это вот будет x0, x1, а здесь будет a. Значит, здесь мы перебираем состояние входов в коде Грея. То есть 0, 0, 0, 1, 1, 1 в коде Грея и 1, 0. В первой лекции я уже говорил, что код Грея отличается только одним состоянием от предыдущего. В данном случае вот отличается вот этим состоянием соседние строчки. Эти соседние строчки отличаются вот этим состоянием. И последняя строчка, она является соседней с верхней. Она отличается только вот этим состоянием. Здесь 0, 1. Здесь явно не видно, потому что здесь вот две строчки. Итак, переписываем. Переписываем из таблицы истинности y. Ну, в таблице истинности, в карте Карно мы только накрываем те области, в которые содержат единицы. Поэтому как бы нули переписывать сюда и не нужно. Они нам здесь не нужны. То есть единица там, где 0, там, где x0, x1, 1, 0, это вот эта строчка 1, 0, а вход а нулевой. То есть вот эта строчка 1, 0, 0. Вот стоит единица. Следующая у нас единица, где 1, 1, 0. То есть вот здесь вот единица. Теперь там, где 0, 1, 1, 0, 1, 1 и 1, 1, 1. И вот здесь вот. Вот, значит, теперь мы должны накрыть единицы так, чтобы областей накрытия было как можно меньше, а сами области были как можно больше. Напоминаю то, что накрывать можно клетки 2 в степени n, то есть 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. 32, 64, 128, 256. Вот. То есть мы стараемся наклеить как можно больше, чтобы область была как можно больше, а областей как можно меньше. То есть вот одна область накрытия и другая область накрытия.
то есть вот эта область Z1, эта область Z2. И выражение принимает такой вид. Y1, Z1 или Z2. Теперь рассмотрим, что такое Z1. Значит, Z1 это та область, выписываем, когда, ну, как сказать, область Z1 это та область, где X1 выписываем те переменные, в которых на протяжении в диапазоне этой области не меняют своего состояния. То есть x1 единица, оно не меняет своего состояния, и a тоже не меняет своего состояния. То есть z1 это вот это вот так вот. x1 a, а z2 это x0 не a, так как a0, а если 0, представляем инверсию. Вот. Таким образом, y равно x1 а или x0 не а. И схема принимает вид. Два элемента и на два входа. И один элемент или. Вот так вот, y. А, х, ну, х1. Х1. И А. И х0. И А. С инверсией. И А с инверсией. Вот, то есть схема функционирует точно так же, как и вот это. Но она намного меньше по количеству элементов. Теперь рассмотрим элемент под названием дешифратор. Дешифратор на схемах изображается следующим образом. Значит, входы x0, x1. Выходы y0, y1, y2, y3. Вот, значит, логика работы дешифратора следующая. На вход x подаем номер выхода y, тот, на котором хотим видеть единицу. Код в двоичном виде. То есть, например, если мы хотим увидеть единицу на выходе y1, то мы должны подать 0,1. Тогда нам дешифратор выставит здесь единицу, на остальных выставит 0. Если мы хотим увидеть единицу на y0, мы должны подать 0,0. Тогда единица будет здесь, на остальных будут 0. Ну и так далее. Вот. Значит, таблица истинности дешифратора следующая. x0, x1, это входы и выходы y0, y1, y2, y3. Значит, входы 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Вот. Выход, значит, при 0, 0 на y выставляется 0, на y0 выставляется единица, на остальных выходах выставляется 0. При комбинации, если неправильно написал, 1, так вот 1, 0. Вот. При комбинации 0,1 на y1 выставляется единица, на остальных выставляется 0. Здесь при такой комбинации 1,0 выставляется 0,0,1. И при комбинации 1,1, то есть это двоичная тройка, 3 в двоичном мы видим, единица выставляется на y3. На остальных 0. Попробуем построить схему. Ну, схема в данном случае будет простая. Для y0 выставляет единицу там, где x1 0 и x0 тоже 0. То есть
То есть здесь вот x1, x0. Элемент i, x1 и x0. И так как здесь 0, проставляем инверсию. Это у нас выход y0. То есть, когда x единица 0, 0 и x 0 тоже 0, проходит через инвертор и получается 1, 1. И элемент i выставляет единицу. Вот, если это выход элемент и выход y0. Теперь для выхода y1. Y1 выставляет единицу там, где x0 единица, а x1 0. То есть с инверсией. X1 с инверсией. Вот и получается, если у нас мы подаем на вход x0 0, и на вход x1 тоже 0 подаем, то здесь выставляется единица, а здесь будет 0, потому что x0 идет сюда 0, а x1 единица. То есть 0, 0, проходит через дверь, получается 1, а здесь получается 0. И здесь будет 0. Вот. А если же мы подаем x1, 0, а x0, единица, то есть вот так вот, x1, 0, а x0, единица, то получается здесь будет, вот 0 проходит через инвертор, получается единица, а эта единица без инвертора так и получается единица. Получается 1, 1 будет 1. Но зато здесь будет 0. Потому что x1, 0 идет единица, а x0, единица превращается в 0. И здесь уже на выходе будет 0. Ну и так далее. Y2. Y2 там, где x1, единица. А x0, 0 с инверсией. И y3. Там, где x1, единица, x0, единица, там инверсии нет, y3. Вот такие это, вот это схема дешифратора. Но это схема такого, как бы, неполного дешифратора. Обычный дешифратор имеет еще вход e. Нарисуем заново. Дешифратор x0, x1, y0, y1, y2, y3. И еще у него есть вход e от слова enable, разрешение работы. То есть единицы, то есть мы сюда подаем, когда подаем вход, код выхода, на который мы хотим видеть единицу, то единица будет выставляться в том случае, если на вход e подана единица. Если на вход e не подана единица, а подан 0, то что бы мы сюда ни выставляли, здесь везде будет, всегда будет 0. Вот зарисуем таблицу истинности. Вход e, x1, x0, y0, y1, y2, y3. Значит, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 и 1, 1, 1. Вот. Если, значит, на вход E подаем 0, то на выходах всегда будет 0. Независимо, что мы подаем на вход X. На вход X. Вот, а если мы на вход E подаем 0, то дешифратор начинает работать. И попробуем нарисовать схему. Ну, схему не будем рисовать. Вот в
В полном виде сразу же попробуем нарисовать минимизированную схему. То есть сразу приступим к минимизации методом Карно. x1 будет x0, а вот это будет e. 0,0 в коде Грея пишем 0,1, 1,1, 1,0, еще 0,1. Так, записываем единицы. Там, где 1, там, где 0, 0, 1. 0, 0, 1. Это вот здесь вот единица стоит. И это у нас для y 0. Все остальные нули. Мы должны накрыть области там, где единица. Области 2 в степени n. А ну здесь одна единица, поэтому мы можем только накрыть вот эту область и накрыть. И это получается область z. То есть y0 равен z. А z у нас это там, где x1 с инверсией, так как 0. И x0 с инверсией, так как 0. Так как 0. И e. Вот, собственно, y0 принимает такое выражение. x1, x0 и e. Теперь для выхода y1. Нарисуем на этой же карте, чтобы новую не рисовать. На этой же карте. Единица выставляется там, где 0, 1, 1. То есть 0, 1, 1. То есть вот здесь вот. И получается то же самое, фактически. Только за исключением вот это тут меняется. Там, где x1, 0, x0, без инверсии, так как единицы. И e. Для y2. Для y2 единица у нас вот здесь. Там, где 1, 0. И e единица. Там, где 1, 0. Е единица. То есть вот здесь вот. Вот здесь вот. Эта область у нас там, где x1 единица и x0, 0. Поэтому с инверсией и Е. И y3. y3 это вот здесь вот. Там, где 1, 1 и 1. То есть x1, x0. Е. И вот получаем следующую схему. Это у нас Е, x1, x0. Значит, имеем на каждом игреке имеем элемент и на 3 входа. То есть это для y1, для y0, для y1, для y2 и для y3. Итак, y0, там где x1, x0 с инверсиями и e. То есть e, x1, x0, x0. x1, x0 с инверсиями. y1, там где x1 с инверсией, x0. x1 с инверсией, x0. Так, x1 с инверсией, x0 и e. y2, там где x0 с инверсией, x0 с инверсией, x1 и e. И там, где x1, x0, без всяких инверсий. Вот. Имеем схему дешифратора. Есть обратный.
элемент, выполняющий обратную функцию дешифратора, называемый шифратором. Изображается вот так. На выходе у него Y0, Y1, а на входе X0, X1, X2, X3. И на выходе есть еще сигнал, называемый ошибкой. Тоже выход. Это входы. Вот логика такая. Обратный дешифратор. Если мы на дешифраторе на вход выставляли код, где хотим видеть единицу, то здесь немножко наоборот. Не немножко наоборот, а наоборот. Здесь, там, где единица выставляется, здесь мы будем видеть код. Код входа, на который была выставлена единица. Если единица выставляется больше, чем на одном входе, то это и будет ошибка. Или же не будет единицы вообще, это тоже будет ошибка. Изобразим таблицу истинности. Значит, x0, x1, x2, x3. Это входы и выходы. y0, y1 и вот этот e. Итак, 0, 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
Если мы видим единицу больше, чем на одном входе, то это ошибка. То есть здесь одна единица, вот здесь две единицы. Это ошибка. Здесь одна единица, это нормально. Одна единица нормально. Если нет единицы, тоже ошибка. Здесь одна единица нормально. Здесь две единицы ненормально. Две единицы ненормально. Три единицы тоже ненормально. Одна единица нормально. Две ненормально. Тоже две ненормально. Три ненормально. Две, три, три, четыре единицы. Вот. Теперь выходы. То есть, если ошибка, то на выходах уже не важно что. Можем поставить вот крестики. Неизвестно что. То есть не важно что. Если одна единица, то так надо переписать. Тут будет единица. Вот так вот. Это будет 0. Если на выходе x3 есть единица, то 3 в двоичном виде это 1,1. Выставляем код тройки. Здесь на втором входе единица. То есть выставляем код двойки. Здесь у нас ошибка. Здесь у нас на первом входе единица. Вставляем код единицы в двоичном виде. Здесь у нас тоже неизвестно что. Неважно что. Здесь и здесь. Плюс чем одна единица. Здесь код будет 0,0. И далее. Далее, далее, далее. Вот. Значит, попробуем составить минимальную схему. Минимизированную схему. Значит, x0, x1, x2, x3. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 в коде Грея. И здесь тоже 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Тоже в коде Грея.
Это у нас схема будет для y, пускай первого. Итак, y1, там где 0, 0, 0, 0, нам не важно что, так как при этом коде будет ошибка. Потом 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, единица. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, тоже единица. 0, 0, 1, 1, неважно что для нас. Так, это ошибка. Так, далее 0, 1, 0, 1. 0, 1. 0,1, 0,1. 0,1, 0,0, чтобы пропустили. Так, будет нолик, хотя его можно и не писать. 0,1, 1,0. Тоже ошибка. 0,1, 1,1. Тоже ошибка. 1,0. 0,1. 1, 0, 0, 1. Нарисуем нолик. Так, ошибочка 1, 0, 0, 0. Вот здесь вот нолик. Здесь нет. Теперь 1, 0, 0, 1. Крестик. Не важно что. 1, 0, ну так, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. А, это я сюда поставил 1, 0, 1, 0. А сюда 1, 0, 0, 1. Это вот здесь вот 1, 0, 0, 1. Это строчка. Вот он крестик. 1, 0, 1, 0. Это вот он крестик. 1, 0, 1, 0. Вот крестик. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Вот крестик. 1, 1, 0, 0. Ну и далее, если крестики идут. То есть здесь крестик, здесь крестик, здесь крестик, здесь крестик. Итак, имеем вот две единицы. Две единицы. Раз, два. И два нолика. Вот нолик, вот нолик. Значит, накрывает мы должны те области, в которых единицы. Но так как крестики стоят, это значит, что нам не важно, что в этих позициях может быть. Поэтому мы как бы крестики тоже можем захватывать, а можем и нет. То есть как нам выгодно. Как нам выгодно. Поэтому если нам выгодно крестики захватить в область, мы их захватываем. Если нет, то нет. То есть, ну, так как нам нужно... область накрытия должна быть как можно больше, областей накрытия как можно меньше, то нам выгодно накрыть вот эти две единицы, захватив крестики. То есть вот такая вот область накрытия. Она нам выгоднее. А эти крестики можем и не захватывать, так как нам их захватывать невыгодно. И таким образом получаем область Z. Y равно, Y1 равно Z. Вот, Z. Z. Это та область, в диапазоне которой X0 меняет состояние, и X1 тоже меняет состояние. Поэтому мы их не учитываем. Они меняют состояние только... А, неправильно я наклеил. Наклеивать надо 2 в степени n. То есть 2, 4, 8, 16. А я наклеил 1, 2, 3, 4, 12 клеток. 12 клеток не наклевать нельзя. Ну, значит, накрывать будем вот так, с перекрытием. С перекрытием накрывать как бы тоже можно. То есть вот эту вот область Z1. Вот эту вот область Z1, а вот эту область Z2.
z2, то есть z1 или z2. Так вот, z1 в диапазоне этой области x0 и x1 меняют свои значения, поэтому мы их не выписываем. Они меняют значение только x2. x3 тоже вот меняет значение. x2 не меняет. Поэтому z1 это область x2. Вот. И z2. Это тоже эта область, которая не меняет свое состояние, только x3. Таким образом получаем y1. Это x2 или x3. И это у нас выражение только для выхода y1. Такую же карту составляем для y0. Для y0. x3. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Так, смотрим, вот эта единица в той же позиции, что вот это, то есть 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Здесь единица. И 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, вот здесь единица. Вот в этой позиции 0, 0, 1, 0, 0 стоит, 0, 0, 1, 0, 0 стоит, 0, 0, 1, 0, 0 стоит, и 1, 0, 0, 0 тоже носит 1, 0, 0, 0. Вот здесь вот 0 стоит, да? 1, 0, 0, 0, 0. Остальное не важно что. И вот также накрываем область, только ту, которая, только в которой единицы. По тем же правилам. Нам выгодно накрыть вот эту область. Область должна быть как можно больше, их должно быть как можно меньше. То есть нам выгодно накрыть вот эту область. Да. Область Z. И Z равно x0 с инверсией. Так как x0 не меняет свое состояние, но оно нулевое. Нулевое значение не имеет. И x2 тоже 0. Оно тоже свое состояние не меняет и имеет нулевое значение. Вот это у нас y0. Имеет x0, x1, x2. И теперь для выхода Е. Теперь для выхода Е. x0, x1, x2, x3. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Вот здесь у нас в Е у нас крестиков нету, то есть здесь значения прописаны жестко. Поэтому выписываем только те, в которых единица, в которых нали нам сюда переписать не обязательно, так как мы накрываем единицы. Итак, 0, 0, 0, 0. Вот здесь вот единица. Потом 0, 0, 1, 1. Здесь единица. Вот здесь единица. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Здесь единица. 1, 0, единица. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1.
1-0-0-1, то есть 1-0-1-0. 1-0-1-0. 1-0-1-1. 1-0-1-1. 1-1-0-0. Так, 1-1-0-0. 1-1-0-1. 1-1-0-1. 1-1-1-0. И 1-1-1-1. Вот здесь у нас нули. Три нуля. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Что-то не совпадение. Раз, два, три, четыре нуля. Все правильно. Раз, два, три, четыре. Вот. Накрываем области. Думаем, как бы нам их накрыть. Так, чтобы областей было меньше. А сами области были как можно больше. Вот единица. Она отдельно стоящая. То есть вот так вот накрыть нельзя. Потому что здесь ноли. Ноли в область попадать не должны. Поэтому остается только вот так накрыть. Вот. Это у нас Z1. Вот здесь вот 2-3 единицы остаются, и здесь 3 единицы остаются. А накрывать надо 2 в степени n клеток, то есть 2, 4, 8 или 16. Остается накрывать только вот так. Это у нас он будет Z2. Вот эта единичка осталась, не накрытая. Области могут пересекаться, поэтому мы можем накрыть ее вот так. Вот, это у нас область Z3. Вот эти две единички остались. Их можно накрыть вот так. Это у нас область Z4. Вот единичка осталась. Мы ее накрываем вот так. Это у нас область Z5. Осталась вот единичка. Мы ее можем вот так накрыть. Это у нас будет область Z6. И последняя единичка осталась. Она у нас ни с чем... Она у нас не соседняя, ни с чем не является. Здесь 0, здесь 0. Вот это столбик является соседним с этим, но здесь тоже 0. И вот эта строчка является соседней с нижней, но здесь тоже 0. Поэтому она как бы отдельно стоящая. Это у нас область Z6. 7. Z7. Вот. И Y, выход E принимает состояние. Z1 или Z2 или Z3 или Z4 или Z5 или Z6 или Z7. Так, значит, Z1. Z1 это вот эта вот область. В диапазоне этой области x0, x1 все меняют значения. Не меняют значения только x2, x3, они единицы. Поэтому x2, x3. Z2. Z2 это область. Это вот эта область. Вот эта вот область. Не меняется состояние x1, x1 и x2, z3. z3 это вот эта область. Не меняют своего состояния x0,
Состояние не меняет. И x2. z4. z4. Где z4? Вот z4. Тоже x0. И x3. z5. z5. А, это и был z5. Это вот это был z5. Вот это z4 сейчас будет у нас. А z4 это не вот эта область, это вот эта вот область. Вот. z4. На ней x1 не меняет свое состояние. И x3. Так, z4, z5, z6. z6 это вот эта область. На этой области меняют x2, x3, все меняют состояние. А вот x0, x1 состояние не меняет. x0, x1. И остается ось z7. На ней x0 не меняет x1 состояние. Но так как они 0, проставляем инверсии. И x2, x3 тоже. x2, x3 тоже. Вот. Так, проверяем. Ничего не забыли. Z1 есть. Z2 есть. Z3 есть. Z4 есть. Z5 есть. Z6. Z6 есть и Z7 есть. Итого. Y. Так. Y у нас принимает такой вид. Z1 это X2. X3. Или... Ой, не Y, а E. E. Выход E. Принимает состояние. X2, X3. X1, X2. X0, X2. Или X0, X3. Или X1, X3. Или X0, x1 или x0 x1 или x0 x1 x2 x3 с инверсиями и получаем полную схему шифратора. Полную схему шифратора. Итак, x0, x1, x2, x3. Так, y1. Так, y0. Y0. Здесь у нас стоит операция конъюнкции, то есть операция или. Операция и. Операция и. Поэтому рисуем элемент и. Он называется y0, x0, x2. X0, x2. С инверсиями. Операция. Так, выход y1. Y1. Элемент или стоит. Так как не и, а или элемент. Элемент или.
x2, x3. x2, x3. И выход e. Вот этот большой выход e. Так, здесь мы имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6 элементов и на 2 входа и 1 на 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 1 на 4 входа. 7. И все эти элементы и объединены или операцией или. Операцией или. Это е. Итак. Значит, x2, x3. x2, x3. x1, x2. x1, x2. x0, x2. x0, x2. x0, x2. x0, x3. x0, x3, так, x1, x3, x1, x3, x0, x1, x0, x1. И x0, x1, x2, x3 с инверсиями. x0, x1, x2, x3 с инверсиями. Вот у нас схема нашего шифратора. Теперь подробнее о картах Карно. Вот до этого момента мы рассматривали относительно небольшие карты на 3-4 переменные. Вообще карта Карно, метод карт Карно эффективен, если у нас переменных не больше 6. Значит, сейчас рассмотрим несколько примеров для того, чтобы лучше понять свойства карт Карно. Вот, например, такой пример. Имеем такую карту. x1, x2, x3, x4. В коде Грея 0001111100, 0001111100. Здесь я хочу показать свойство замкнутости карт. Так. Это у нас одна клетка. Нарисуем заново. x1, x2. x3, x4. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Так. Так, так. Вот, предположим, у нас стоят вот здесь единицы, здесь, здесь, здесь единицы, здесь, 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 и здесь единицы. Остальное это ноли. Это ноли. Вот, как я говорил, крайние столбики являются соседними друг с другом. То есть это у нас вот одна область. Вот одна область. И это все одна область. Область Z. И она равна. Чем же она равна? x1, x2 меняется состояние в диапазоне этой области. А вот x3 тоже меняет состояние. Вот x4 0, он не меняет состояние, поэтому z равно x4 с инверсией, так как он 0. Так, если, ну еще, примерчик x1, x2, x3, x4.
ноль, 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 один, 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 ноль. Ноль, 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 один, 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 ноль. Так, если вот теперь вот здесь вот единицы, а вот здесь нули. То есть соседняя строчка, крайние строчки являются также соседними друг с другом. То есть вот это и вот это одна область. Z. И равна она. Смотрим, x3, x4 свои состояния меняют. x2 тоже меняет состояние. И x1 меняет состояние 0,1. А вот x2 состояние меняет. То есть x2 с инверсией. Вот. Или еще один примерчик. x1, x2. x3, x4. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Предположим, вот здесь вот стоит единица. Здесь ноль. То вот эти, понятное дело, что вот эти вот области тоже, эти единицы тоже являются соседними. То есть получается Z. Так, 0, 1, x4, 0. Не меняется состояние из инверсии, так как он 0. И x2. Ну и то же самое для полноты картины. То же самое 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Для полноты картины вот так вот. А здесь ноль. Вот эта вот область. Z равна x2. Не x2 и x4. Единица без инверсии x4. Вот, теперь рассмотрим большую карту Карно, скажем, на 6 переменных. Там интересные явления наблюдаются. Большую карту Карно. Так. x1, x2, x3, x4, x5, x6. Тоже в коде Грея 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Так, чтобы было легче запомнить код Грея, в карте Карно на большое число переменных, вот как здесь 3, предлагается такой способ. Вот идем, здесь идем как обычно, а вот потом подводим черту, вот здесь вот, и после этой черты то же самое переписано только в зеркальном порядке. Наоборот, то есть и вместо вот этого нуля ставим единицу. То есть 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 и 1, 0, 0. И то же самое здесь. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 и 1, 0, 0. Так. Так, так. Так, так. Так. Вот. В карте Карно есть так называемые оси симметрии. Они идут через каждые 4 клетки. То есть вот здесь ось симметрии. И вот здесь есть ось симметрии. Вот.
Вот, что это за такая ось? Что это за такие оси? Если единицы располагаются симметрично оси симметрии, то есть, например, вот так вот, 1, 1, то считается, точнее не считается, это и есть одна область. То есть это одна область Z. Z. И она будет равна. X1, X2, X3 состояние свое не меняют. X1, X2 с инверсией, X3. А здесь не меняется состояние, так X4 меняет, X2, X5, X6 свое состояние не меняют. X5, X6. Вот может быть и вот так вот. 1, 1. То есть вот это вот так вот можно сделать. Это тоже будет одна область Z. Одна область Z. Так, ну это будет Z1, пускай, это будет Z2. Ну здесь тоже так. Здесь уже X1 и X3 свое состояние меняют. X1, X3. Ну здесь то же самое. X5, X6. Вот. Или же может быть даже вот так вот. Вот здесь тоже стоит 2 единицы. То есть вот это 2 единицы симметричности симметрии. И вот эти 2 единицы симметричные оси симметрии. И вот так они тоже симметричны. То есть ось симметрии это можно рассматривать как линию сгиба. Если взять лист вот так вот и согнуть ее вот по этой линии. А потом и по этой линии. То есть получается эти единицы как бы все друг на другом располагаются. То есть они являются соседями друг с другом в третьем измерении. И получается вот такая вот, это у нас одна область. Вот это и вот это все одна область Z, Z3. И она у нас равна. Так, X5, X6 остается, X5, X6. А здесь уже не меняется x1. X1 меняется, x2 тоже меняется. А вот x3 единица, она не меняется. X3. Вот. Может быть и вот такой случай. Когда вот здесь вот единичка стоит. Здесь единичка стоит. Здесь и здесь. Но это актуально также не для большой, не только для большой карты Карно, также актуально и для карты Карно там на 4 переменные. Там то же самое. То есть вот эта единица соседняя с этой, это соседняя с этой, это соседняя с этой и это соседняя с этой. То есть это все одна область. Назовем это область Z4. И посмотрим. Вот единица. 0, 0, 0 и 1, 0, 0. То есть x4 меняется, x5, x6 не меняется. То есть x5, x6 с инверсией. И здесь в строчках x1 меняется, x2, x3 не меняется. То есть x2 с инверсией, x3 с инверсией. Вот. Вот когда я рисовал маленькую карту Карно, x1, x2, сейчас еще раз нарисуем, x3, x4. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Вот. Я сказал, что крайние строчки и столбики соседние друг с другом. На самом деле, если говорить строго, то в карте Карно ось симметрии идет каждые две клетки. Каждые две клетки. То есть вот так вот. Если, скажем, единица вот здесь и здесь, здесь и здесь, то можно думать, что это вот так вот они объединяются, то есть крайние и соседние. А можно и думать, что они симметричны оси симметрии. То есть если тоже по линии сгиба лист согнуть, то они тоже оказываются друг на другом в третьем измерении. Вот, поэтому сейчас еще раз нарисуем большую карту Карно. Это уже где-то уже x2, x3 запачкалось, x4, x5, x6. Еще раз.
ноль, 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 один, один, ноль, один, один, ноль, один, ноль. Один, один, ноль, один, 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 ноль, один, один, ноль, ноль. Ноль, 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 ноль. Один, ноль, один, один, ноль, один, ноль. Один, ноль, один, один, ноль. Один, 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 ноль, один, один, ноль, ноль. Так, вот здесь вот ось симметрии, которая идет каждые 4 клетки. Ее особо жирным выделим. Вот она здесь же. И ось симметрии, которая идет каждые 2 клетки. Тоже выделим, но уже не таким жирным. То есть, если у нас, скажем, единицы находятся здесь, предположим, здесь и вот здесь, то это тоже одна область, так как она располагается, единица относительно вот этой оси симметрии. Располагается симметрично относительно оси симметрии. Так, область Z. Чему она равна? X1 не меняется, да? X1 и X2. И X2. И здесь X4 не меняется. И X5 меняется. И X6 не меняется. X4, X6 с инверсией, так как он 0. Вот. Может быть, и вот такой случай тоже, когда вот здесь вот единичка, вот единички. То есть они друг с другом относительно вот этой оси симметрии находятся симметрично, и относительно вот этой оси симметрии тоже находятся симметрично. И это тоже получается одна область. Область Z. Z2. Посмотрим, чем она равна. Так, ну, они вот так вот располагаются также, поэтому x4, x5, x6 остается тоже, x4, x6 с инверсией. А вот здесь уже смотрим, x1 меняется, единица 0 на этой области, x2 тоже меняется, а x3 не меняется, то есть x6, x3. Ну и может быть, конечно же, еще вот так вот. Что вот здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, здесь и здесь единичка. И вот это вот получается все у нас одна большая область. Вот так вот. То есть вот эти вот все вот, это все одна область. То есть Z3. Z3. Чему же она равна? Так. x1 меняется, x2 меняется, x3 не меняется. То есть x3, то есть 1, 1, 1, 1, x3. И здесь 0, x4, 0, 0, 1 уже меняется, x5, 0, 1 меняется, x6, 0, 0. 0, 0. Вот x6 не меняется. x6 с инверсией, так как он 0. Вот. То есть надо понять следующее. Есть оси симметрии,
проходящий каждые две клетки. Если единица находится симметричной оси симметрии, то их можно объединить в одну область. Вот, собственно, и все.